четверг в спорткомплексе «Юность» медики больницы Одесской железной дороги при содействии Одесской областной организации общества Красного Креста развернули пункт по приему донорской крови. Это жизненно важное вещество необходимо пациентам Центрального военного клинического госпиталя Одессы. Не хватает катастрофической крови для раненых и больных, там, которые проходят лечение людей. Поэтому мы обратились в администрацию порта и при поддержке молодежной организации администрации Ильичевского морского порта они нам выделили помещение спорткомплекса «Юность», и мы здесь собираем доноров для того, чтобы обогатить, да, запасы донорской крови в госпитале. Согласно данным статистики, каждый третий человек в течение жизни нуждается в переливании крови. Без донорской крови невозможно вылечить некоторые заболевания. В четверг в акции приняли участие порядка трех десятков доноров, благодаря чему удалось собрать более 10 литров крови.